На черговому засіданні постійної комісії з питань планування забудови території міського дизайну та архітектури знову говорили про протидії самовільному будівництву в межах міста. Цього разу зустріч пройшла не тільки за присутністю громадських діячів, але й представників поліції. За словами голови комісії Світлани Осоленко, правоохоронці мають реагувати більш оперативно на будівельні майданчики, що з'являються в Одесі без жодного дозволу. Нам кажется, что данная работа сегодня ведется недостаточно. Есть как бы проволочки. Городской ГАЗ долго ждет представителей полиции, пока выезжают на объект. И, ну, собственно говоря, результатом чего мы видим незаконное строительство в тех или иных местах. И мы разводим руками, говорим, что мы беспомощны и ничего не можем сделать. Мне эта ситуация, обстановка категорически не подходит. Для розробки механізму більш ефективної співпраці депутати міськради та представники МВС домовились провести ще одну нараду, можливо, вже в поліції. Ще одне питання, яке розглянули на засіданні – повноваження міських виконавчих органів в боротьбі з незаконним будівництвом. Децентралізація, впевнені в профільній комісії, повинна діяти і тоді, коли мова йде про перевірки в архітектурно-будівельній галузі. У городских служб должно быть больше механизмов и возможностей реагирования, в частности, по историческому ареалу и по приостановке строительных работ. Потому что если мы сейчас открываем и начинаем действовать по букве закона, пока все друг другу написали письма, прошло 2 месяца, дом закончили строить. Потом мы разводим руками, идем в суды, и это еще на года. Но проблема не решается. Поэтому мы четко говорим и заявляем позицию Одесского городского совета. Этот проект будет предложен сессии городского совета. Мы просим, чтобы мы могли составлять материалы проверки без представителя собственника. Что это нам даст? На сегодняшний день мы, когда выходим на объект строительства, нас собственник или не допускает, или фактически скрывается. Соответственно, согласно действующему законодательству, для того, чтобы мне подать иск в суд о приведении первоначального состояния объекта или сносе объекта, мне надо это нарушение зафиксировать. Вот мы просим первое, чтобы нам внесли изменения и дали возможность проводить проверки без представителя собственника или собственника. Это раз. А второе мы просим, я говорю основное, второе мы просим, чтобы нам передали полномочия по проверке памятников местного значения. Звернення будівельної комісії розглянуть на сесії міськради, останнє слово за Кабміном та Верховною Радою.